Увлекательнейшие матчи ожидают любители футбола с участием с одной стороны хозяев чемпионата по футболу бразильцев и с другой стороны камерунцев. Команды будут преследовать совершенно разные задачи. Бразильцы будут прибавлять, а камерунцы, возможно, попробуют громко хлопнуть дверью перед уходом с чемпионата. Прямой эфир с футбольного поля покажет Первый канал в полночь в 2 часа ночи. Матч можно увидеть будет в записи на канале «Спорт-1». Украинские болельщики увидят игру на час раньше в 23:00 на каналах «Футбол-2» и «Первый национальный».